охотники, всем привет. Вернулся на вечерку. Точнее, еще только-только за реку приехал. Вот деревня. Лодку только затащил. Буквально метров 10 прохожу, небольшая лужка. Сидело 4 черка. Сразу же. Но тут стрелять нельзя. 200 метров. Ну хотя до деревни 200 метров тут есть. Но все равно нежелательно. В общем, сегодня у меня первая вылазка за уткой. Именно на пижме у себя, недалеко от деревни. Взял с собой бинокль. Также патронтаж, нож, все так же. Ружье, вертикалка. Так, прогуляться чисто вечерком. Километра 2,5 примерно выйдет. В одну сторону и в обратную. Так, чисто свежим воздухом подышать. Открыть, как говорится, осенний сезон на утку. Если даже хотя бы одного черка добуду, то уже класс. В принципе, далеко идти не надо. Вообще, если так разобраться, можно было на лодке подъехать прямо на место. Но дело в том, что в том месте очень много народу ходит, так что еще там излишне шуметь как бы нежелательно. Бинокль взял, потому что на утку бинокль желательно брать, когда, ну, на ходовой охоте. Бывает так, ничего не видишь, бинокль глянул. Тем более в сумеречное время бинокль выручает. Вот, посмотрим, есть ли утка. Сейчас еще этот осотник весь, хвощ там, всякая фигня, еще не завалилась. Так что, в принципе, ну, берег там длинный, но подкрасться можно попробовать. Вот. Патроны в основном пятерка. Там есть где-то тройка, есть нулевка. В общем, поглядим, посмотрим. Каждый раз идем на охоту и не знаем, что будет. Какая дичь. Сегодня за грибами ходил. Промок весь. Вот еще раз ходил. Один раз, первый раз ходил. Нормально корзинку насобирал. Сухо было. Потом еще раз пошел, попал под дождь, короче. Весь сырой. Когда вот отдыхал, ждал, когда дождь придет. Вот только недавно дождь прошел. Время сейчас уже почти 6 вечера. У меня примерно 1,5-2 часа есть светового времени. Вот. Ну, сейчас как раз дойду. Местечко это обойду. Ну, то есть даже около 3 или даже 4 километров у меня получится. Если идти все дальше. Озер у нас здесь нету. Стреляем утку в основном на реке. Вот даже слышу, уже там кто-то на мотоцикле едет. Так что вот так вот. Я поговорить люблю, так что кому не интересен мой бред, можете, конечно, сразу перематывать. Но я всегда говорю что-то важное. Так, просто болтать не буду. В общем, как что, объясняю. Вот от деревни уже ушел метров 400. Вот, ладненько, придем на место. Снова включусь. Вот я почти на месте. Предварительно надо было зарядиться все-таки. Потому что в любой момент может быть налет. Хотя бы в лед бахнуть, если что. Не знаю, дальше пойду, нет. Но посмотрю сейчас в этих кустах. Если хотя бы одна утка какая-нибудь поднимется, попробую возле кустов просто постоять до темноты. Погнали. Thank you.
утку пока не видать. Вот это к рикошей прилетело. Один что-то отстает. Ну падай. Далеко очень, я уже это наугад как бы. Ну, была не была. Но что-то отстает задний. И не падает. Вот дерьмо. Далековато было. Метров 70. Рискнул. Пятерочка. Нет, сошлись. Бля, почему они не сели-то? Так четко зашли, а? Вон, все еще летят. Вот это класс. И я стою на виду. Кто знал-то, что они вот так вот налетят? Надо было хотя бы ближе к кустам стать. Далековато реально было. Это я уже тут чисто так. Кто не промахивается, тот сидит на диване. Или как там говорят, кто не промахивается, тот не стреляет. Вот это к рикошей было штук 15. Бах-бах и мимо. Что-то на утку в этом сезоне мне не везет. Вторая вылазка уже за уткой. Промахи. Ну все, в лед, конечно. Еще на таком расстоянии. Просто отговорка не отговорка, но я просто реально не был готов. Они откуда ни возьмись появились. Просто так зашли. Можно было стрелять сразу, но я подумал, что они сядут. Нет, не сели. Вот еще две идут. Еще две. Что, сесть хотят, что ли? Не понял. Сели. Бляха-муха посередине. Далеко. Это далеко. Хоть бы на эту сторону пришли. А то они могут на ту сторону. Ну нифига себе, утка-то есть. Сейчас подожду, когда к берегу подплывут и попробую выкрасть. Вон, сейчас увидел. Ой, еще идут. Вот еще. И все дальше середины. Да что такое? Эти остановились. А нет, вот вижу одну. Почесала вниз по течению. А те все как назло вон на той стороне. Еще три полетело. Не видно, ребята, не видно, темновато уже. Хотя бы этого добрать. Бляха, тут еще глубоко, наверное.
Вечерок, ребята. О, сапог хватает. Ух ты, еще куда-то полететь хочет. Вот он, красавец. Чирок-свистунок. Вот он. Есть, поле меня. Фух, не зря крался. Тут столько такого расстояния прошел. Все по кустам, по сырым, по траве. Фух. Ладно, здесь сейчас постою еще с полчасика. Ну, не до полной темноты, чтобы потом комфортно было идти. Хотя у меня фонарик с собой есть. Ладно, здесь вот так у куста посижу, постою. Как приведется, в общем. О, ребята, нормально. Есть чирок. Так, сейчас подождите секунду. Где-то у меня тут... Где-то у меня тут должна быть палка-выручалка. Не понял, где она. Тут еще стреляет, вот палка. Надо скорее к берегу выйти. Мало ли еще налетит кто. Погода стала портиться, смотрите. Но ветер-то пусть был. Дождь стал опять накрапывать. Вот в чем дело. Здесь постою прямо в осоннике, может удастся в лед сбить, может налетят. Короче, ребята, бывает такая фигня. Ничего не сделаешь. Одна уточка добыта. Три патрона выстрелил, одна есть. Но дело-то в чем? Сюда село 4 черка, и там ниже еще 2 связя сидело. Я их не видел, и они далековато были. А эти вот в таком сидят, ну, в растительности, их очень плохо видно. Я еле-еле одного разглядел. Бах, готов. Показалось, что все улетели. Стал подходить, бах, еще 3 поднимаются. Да что такое? После выстрела, короче, не улетели. Вот. Вот так в воду забрел. Сколько сапоги хватают, если что. Они летят, как правило, посередине. Чтобы можно было еще в лед долбануть. Потому что пачки-то неплохие летают. Пока штук 15, потом еще 5. Сейчас еще 4 черка, 2 свиська. Ну, как бы нормально. Пострелять можно. Патронов с собой много, 20 почти штук. Там, если пули не считать. Пули сюда с собой ношу, потому что у меня путевка есть на волка. Если что, может где-то вдруг попадется пахнуть. Вот такая вот охота, ребята. Ну ничего. Самое главное — процесс. Уточка добыта, уже класс. Уже не зря пошел. Мне тонны уток не надо. Мне главное — процесс, охота. Ладненько, подождем. Пусть дождь будет, пофиг. Около часа еще постою. Ну вот, стою 20 минут. Ноль эмоций. Просто пятиминутка такая была уточья. Прям фух-фух-фух, налеты. Надо сюда на утряне будет сходить. Может, будет больше толку. Я пошел-то чисто на проверку. Я вообще даже нисколько не надеялся, что здесь только уток увижу. Думаю, может, хотя бы пару черков увижу. Утка есть. Да, на утряне сюда приду. Возьму стульчик где-нибудь, за кусточек сяду. И буду надеяться, что они также сюда будут подсаживаться. Я, правда, без лодки. Если стрелять посередине, ее унесет не знаю куда. Так что надо бы резинку сюда притащить. Ладненько, потихоньку почипаюсь ближе к дому, но буду идти все рядом с рекой и смотреть. Может быть, будут еще утки, так что буду надеяться хотя бы еще уточку одну взять. Темновато стало уже. Вот такая вот песня. Ладненько, идем дальше. Ну что, ребята, короче, пришел я к берегу, вот. Уже собаки слышно лают там. Гав, гав, гав. Короче,
итог такой. Чирок, свистунок. Ну ничего, сходил не зря, душу отвел, как говорится. Уточку добыл. Фух, красота. Темень такая. Смотри, сейчас фонарик выключаю. Просто, ну, убираю его. Ну, практически ничего не видно. Вот так вот. Темновато. Надо будет потом на утрянке сходить. Владенька, спасибо всем за просмотр. И давайте пока. Удачи всем. До встречи.